Разыскиваются королевы и принцессы. В Первоуральске определили участниц конкурса «Мисс Города». С претендентками на корону на кастинге знакомился Дмитрий Коньков. На конкурс красоты, чтобы победить стеснительность. Немного скованно, но честно на вопросы жюри отвечает 17-летняя Алена Сыромятникова. Студентка колледжа, будущий педагог, на кастинг «Мисс Первоуральск» пришла по совету подруг. Алена говорит, не короны ради. Я решила все-таки попробовать испытать свои силы. От этого конкурса я хочу получить больше эмоций, чем корону. Хочу попробовать себя в этой сфере и узнать, на что я способна. Конкурс красоты «Мисс Первоуральск» в этом году пройдет в 21 раз. Здесь не только раскрывают модельные, вокальные и хореографические данные. Здесь из застенчивой Золушки превращают в принцессу или королеву. Это не понаслышке знает Анастасия Парисенкова. Выйти на сцену она мечтала с 2006 года и каждый раз разворачивалась у дверей перед кастингом из-за страха. В 2013 все же поборола себя и неожиданно завоевала корону. А в прошлом году, по случаю 20-летия конкурса, получила самый почетный титул – супер-мисс Первоуральск. Я стала более уверенная, более целеустремленная. Наверное, все-таки я стала стрессоустойчивой. Раньше была настолько наивная, а сейчас я стала более все-таки сдержана во всем, чтобы преподнести себя так людям, чтобы они чувствовали, что я уверенная. Обучать, как вести себя на сцене, участницы начинают прямо на кастинге. Директор конкурса Светлана Дашкевич раскрывает секрет. В конкурсе красоты, как в той песне, все начинается с улыбки. Губы растягиваем, губ не видно совершенно. Будем учиться улыбаться с полоской зубов. А теперь вот попробовали на камеру поулыбаться. Вот давайте. Вот уже. О, молодцы девочки. Выбирать лучших будут в трех категориях. Мисс Первоуральск, юная мисс и маленькая мисс. Критерии для самых старших девушек – рост от 160, стройная фигура и приятная внешность. А малышкам достаточно навести прическу и прийти в нарядном платье. 7-летняя Маша Скачко мечтает о короне, как у старшей сестры, которая стала юной мисс Первоуральск в 2016 году. Мама девочек уверена, младшая дочь справится отлично, ведь учиться дефилировать она начала уже дома. Ну так по дому ходят, каблучки оденут, раз, два, три там, раз, два, три, ну сколько на восемь там, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, разворот, поворот там, что-то там такое. Сейчас всем участницам предстоит месяц подготовки. Конкурсанток будут учить держать осанку, по модельному ходить по подиуму и помогать готовить вокальные и танцевальные визитные карточки. Перевоплощение из Золушек в королев участницы продемонстрируют 24 ноября в ДК по НТЗ. Дмитрий Коньков, Никита Нехорошков, Дамир Харисов. Новости Первоуральск.